Первая моя встреча с Валаамским монастырем была 50 лет тому назад, когда мои покойные родители взяли меня в паломничество на старый Валаам. И надо сказать, что Валаам на меня оставил сильное впечатление, на меня, на 9-летнего мальчика. Валаам поразил меня своим величием, своей духовной жизнью. Это своего рода был своеобразный духовный архипелаг, сам монастырь величественный, Спасо-Преображенский собор. Он весь сиял золотом, орнаментами, яркими красками, поражал каждого, кто входил в этот собор. Многое можно было бы сказать о своих каких-то детских впечатлениях, но я, не помню, как мы подъезжали. Я очень хорошо помню, как мы уезжали последний раз с Валаамского монастыря в 1939 году. Провожали тех, с которыми мы общались, монашествующие, и уезжали паломники. И вот это совместное пение, песнопение «О дивный остров Валаам» со слезами уезжающие и со слезами провожающие. И какое-то внутреннее чувство, что это был последний раз. Все на Валааме поражало. Множество скитов, часовень, которые хранили святыни, которые были местом паломничества, которые были носителями намоленности и имели свое совершенно неповторимое своеобразие. Судьба Валаамского монастыря была тяжелой. Он не раз подвергался опустошениям, набегам, разорениям, не раз на нем не оставалось камня на камне, но он снова возрождался, снова восставал из руин и вставал во своей красе. Ну, в основном, такие монастыри, как Валаамский монастырь, Соловецкий монастырь, Афонские монастыри в Греции, они же пополнялись за счет русского крестьянства. Вот был основной поставщик монахов. Игумен Дамаскин из простых монахов, который превратил Валаамский монастырь в цветущий сад, потому что он вырос на земле, он любил землю, и он работал на земле, и знал землю. До 60 сортов яблок выращивали на Валааме. Цветущие сады были на Валааме. Хотя вся эта земля была нанесена на плечах и монахов, и паломников, которые привозили эту землю с материка. В каждом монастыре очень гармонично сочеталось труд и молитва, душепопечительство в отношении тех, которые приходили в монастырь, и духовная жизнь своя, личная. Thank you.
Ну, на Валам я приехал в 50-м году. Приехал я со Святозера. Там был дом инвалидов, и в 50-м году все дома инвалидов в Карелии свозили на Валам, объединили, так сказать. Вот. Валам для меня показался очень красивым. И я года три не меньше ходил под впечатлением. Все находил что-то новое, что-то красивое, что-то такое. А вот в 57-м году примерно я встречался с человеком, который был в 14-м году. Вот этот человек мне сказал, что, дескать, это уже не Валам. Вот в 14-м году вот это был Валам. Это была красота сказочная. Ну, просто неописуемая красота. Я, говорит, до того по России ездил. И после того, вот до 56-го или до 57-го года. Но нигде такой красоты я не видел, как вот в 14-м году на Валаме. Конечно, я ему верю, так оно, наверное, и было. Кирпича здесь не положила на Валаме, и мне даже сказать, это больно за людей, которые здесь что-то создали. И мы должны сейчас отдать это на блюдечке с голубой каемочкой православной церкви. Почему они 5 лет назад, 8 лет назад не пришли и сказали, давайте, товарищи, мы вам поможем что-нибудь. Почему Игуменское кладбище, Братское кладбище, где уже реставрация проведена, где идет научное обоснование, мультификация территории, почему мы должны это отдать? Я не понимаю вообще, почему вообще разговор стоит именно в таком плане. То, что мы сделали, вы из аварийного состояния вывели собор, тоже нужно отдать. Ну, почему именно это? Понятно, ситуация так. А белый тоже не отдавать. А что на Валаме сделали за эти 40 лет вообще? Говорили, 3 часа у меня непольский скит, причем так говорили, будто бы сами их отстроили вновь. Кое-как подреставрировали и все. А за то, что утрачено за эти 40 лет, и за все это время, и даже за время деятельности музея, об этом почему-то не говорится, об этом все молчат. Это просто риторический вопрос. Положа руку на сердце, пусть каждый подумает. Совершенно непонятно. Обычно такое вот посещение поруганных войной, порушенных войной, временем или людьми святынь оставляет всегда довольно тягостное впечатление. Вот возможность вновь затеплить лампаду на Валамском монастыре, на том месте, где подвязались многие поколения русских людей, монахов, иноков, наших предшественников, это скрашивало те изъяны, те раны, те разрушения, которые были нанесены за эти годы Валаме. К монашеству нужно иметь призвание. Не каждый имеет призвание к монашеству. Но монах не должен думать только о своем спасении, но должен совершать наряду со своим собственным спасением, помогать спасению мира. Thank you.
Реставрация идет с 83-го года. За это время укреплено порядка 230 квадратных метров живописи. Вот. Ну, с учетом наших возможностей на сегодняшний день, реставрация где-то будет около 20 лет продолжаться. То есть консервация живописи будет продолжаться около 20 лет. Ну а дальше? Дальше, в общем-то, я не в курсе, что дальше. Этого никто не может ответить, даже в музее. И я вам на этот вопрос не отвечу. Да. Ну, как наглядный пример, я могу рассказать такую вот историю, очень характерную для Валаама. Еще в прошлом году, когда снимали леса, наружные леса здесь, то забыли закрыть люк. Над... Здесь вот, над конхой наверху, находится люк. Вот. Большой люк, метровый. То есть это вот такой вот люк. И с осени, зима и весна, сюда пристала вода. То есть на эту кладку. Понимаете? Мы попросили директора, чтобы он пришел к нам на объект, чтобы показать ему, так сказать, в каком состоянии живопись, вот в таком вот. Чтобы он наглядно увидел, что вот это вот не терпит ни дня. Что здесь нужно сейчас максимально средств и возможности дать реставраторам, чтобы вот это вот спасти. Ну, мы пригласили, и вот до сих пор ждем конец августа. Первую зиму, когда мы приехали в 50-м году, на 51-й год, где-то около 200 человек умерло за зиму инвалидов. Умирали люди, пожалуй, много очень людей умирало не столько от болезни, сколько от холода. Бывало, зайдешь в палатку, стекол нету, лежит человек под одним байковым одеялом, осень, ветрище, холодина. Он гнется, он замерзает. А смотришь, на второй раз приходишь, а мы ходили через 10 дней. Брили, стригли, обрабатывали. Через 10 дней приходишь, уже нету, того нету, другого нет. На второй год тоже более 100 человек. Вот тут-то и Академия Ленинградская заключила договор насчет покойников. Продавали, наши продавали мертвые души. Оттуда-сюда спирт посылали для спиртования. Но они не спиртовали, а в соборе снегом, в снег их заливали для сохранности. Я точно не знаю, сколько им за человека платили. Но эти деньги, конечно, не присвоили, за что директора Свистунова сняли. Но он выпутался с этого дела. Религия, зародившаяся давно, пережила свой расцвет значительно до революции. И потом пошла на упадок. Сейчас не только у нас, но и во всем мире от религии остались почти что рожки до ножки, так выражаясь образно. И что же, здесь мы благодаря тысячелетию, с одной стороны, с другой стороны, благодаря нашей политике, как вам сказать, некоторого реверанса в сторону религии, благодаря тому, что нужно доказать Западу о том, что наша статья в Конституции о свободе вероисповедания существует, и мы ее делом хотим подтвердить. Вот на этой волне, которая, кстати, уже не маленькая, набрала свою силу, и происходит сейчас наступление религии на Валаам. Да, с Валаама духовенство сбежало, с
свое время не куда-нибудь, а в другую, капиталистическую страну. Теперь же оно протягивает руку к тому, что здесь было, и протягивает руку, как вам сказать, нисколько не стесняясь, требуя и называя это все своим. Существует у нас государственное соглашение с церковью о том, что церковь может исполнять свои обряды, молиться, так, но не должна вести агитацию и пропаганду. За это им полагается наказание, вплоть до заключения. И вот появившись здесь, они, конечно, будут вести и агитацию, и пропаганду. Что бы они ни использовали, даже их внешний вид, службы все эти будут служить то же самое, той же цели. Девятнадцатого декабря в 1939 году объявили так, что те монахи, жители Валама, которые не имеют финляндского гражданства, должны покинуть Валама завтра. Значит, они 20-го уехали, вот эти первые парки. Их было 70 человек, которые не имели вот финляндского гражданства. 4 февраля уехали остальные. Здесь так пишется. Да, тот день, 12 часов ночи, при заре пожаров, мы тихо, с большой осторожностью, начали спускаться к Ладожскому озеру, который к нашему благополучию эту зиму очень хорошо покрылся льдом. Ехать было без затруднения. Они приехали с Божьей помощью до Лахденпохья. И вот бедным монахам, прожившим в монастыре по 50 лет, пришлось кувалку плотную сжаться друг другу, что только не валяться на полу. В таком состоянии, утешая друг друга, мы имели надежду в скором времени вернуться в свою родную обитель. Но в 1957 году Финская православная церковь опять стала нормальных отношений с русской православной церковью. И тогда вот дали возможность тем монахам, которые не хотели здесь остаться, вернуться в Россию. И тогда вот эти 7 монахов стации, они отсюда переехали в Печерский монастырь. Да, такая история. Конечно, нынешняя жизнь тоже влияет на нашу жизнь. И так, можно сказать так, по внешности у нас так не очень строго мы живем. Но, конечно, послушание такие все монашеские правила и такие, они, конечно, и мы стараемся и соблюдать и теперь. Еще молимся упокоение душ усопших рабов Божиих, братья и святые обители сия, игумена Харитона, игумена Нестора, игумена Маврикия, архимандрита Симфориана, схиигумена Иоанна, схиеромонаха Ефрема, схиигумена Луки, схиимонаха Николая, схиигумена Михаила, епископа Алексия и всех зде на кладбище всем погребенных, отец и братья наших, и вы же проститесь им, всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я
это херою молосата сихейдам сивум со сином мисован хускат лепава. Да, в 59-м где-то. Вот как я и в монашество постригся в 59-м году, и в радиаконы, и уже будучи диаконом, я и попал туда, к старцам. Я с отцом Николаем в одной келье жил эти 10 лет. Это рядом койки у нас были, он был слепой. И постоянно он занимался молитвой, и часто со слезами молился. И особенно замечательно то, что он молился ночью и говорил, что ночная молитва – это особенно Богу угодно. У них там как молитвенный дух валаамский очень был крепкий. И бывало, я перетомляюсь, и настроение падает, и он это как бы чувствует. И он сразу это, как говорится, замечает, хочет поднять мне дух, что-нибудь это и пошутит, и поговорит со мной, и как-то все это было интересно. А самое главное то, что он такой любвеобильный был, это невозможно передать. Я таких людей вообще больше не встречаю, и я уверен, что я больше не встречу, как был отец Николай. И это невозможно передать даже. Вот нет слов передать, представьте себе. Вот я как слепому, вот невозможно красоту природы рассказать. Так вот я не могу этих всех чувств таких вот выразить своими словами. Значит, вот эти старцы, то есть духовные лица, они уже соль, как бы соль земли. И вот эти старцы, они также были как бы путеводители. То есть они берут как бы за руку своего духовного чада и ведут к спасению. Вот в этом весь секрет. Они, значит, не только сами их спасаются, это мало. Я прихожу к такому убеждению, что монашество, если монашество рухнет, значит, мир без монашества не может существовать. И Христос не только находится именно в душах человеческих, хотя и находится у тех, и церковь, которая это строит, очищает для того, чтобы люди спасались. А если только церковь построит, а души будут гибнуть, то это уже пусто будет. Церковь будет пустой, кстати, мысли пустые, я тут спасу. Ну как возьмите-то духовников качественных? Где возьму старцев, которые были? Нет, трудно сказать.
да Господь Бог, учини души их, где же праведни, упокоившися. Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного, и оставление грехов их, Христа Бессмертного Царя, Бога нашего просим. Подай, Господи, Господу во молим. Господи, помилуй. Яко ты есть и воскресение, живот и покой, усопших раб твоих, игумена Назария, игумена Дамаскина, игумена Иоаннафана, игумена Пафнутия, игумена Виталия, игумена Павлина, игумена Иоаннафана, с игумена Харитона, почившую братью, святые обители сия, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Этот Ян Крещатский, да, это у него сказано во многих местах, что действительно он видел, что будет такое расположение к вере, и люди уже потеряют облик человеческий, как он в некоторых пророчествах пишет, люди будут как звери, и даже хуже зверей. И вот мне одна женщина как-то сделала замечание, неужели, батюшка, я хуже зверя? А я только ей сказал, что я говорю, ни одно животное не убивает своих детей в чреве и не бросает на произвол судьбы своих детей, а человек не считает грехом даже делать аборты. Вот к этому я добавлю, почему это все произошло. Во-первых, сходится без благословения церкви, то есть нет бракосочетания. Значит, люди отошли от Бога, отошли от церкви. Бракосочетание церкви дается не только на супружескую жизнь, но и на благословение детей. То есть у нас все, можно сказать, незаконно рождённые. У нас раз нет венчания, значит, все эти незаконно рождённые дети. То есть на них нет благословения Божьего. И поэтому действительно они уже, как говорится, неудивительно, что они ведут преступный образ жизни. Мы кричим сам вон, что остановись, остановись каждому неверующему, каждому человеку, безбожнику, можно сказать, так, что ты идешь в погибель, как и согласно Евангелию, что у нас Евангелие говорит. Колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Господи, помилуй. Инок канонарх положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй. Господи, воззвал тенор
возгласил канонарху хор, слаженно вторил: Господи, помилуй. Свечи, образа, мансии, кресты, братья поет грустный глаз шесты. Господи, помилуй. Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет. Господи, помилуй. Схимники в крестах, бороды, как снег, потупил глаза, молится за всех. Господи, помилуй. Твой черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Господи, помилуй. С музыкой такой хоть иди на смерть. Много ли тебе, Русь святая, петь? Господи,